так как-то получше будет. Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин. Ну и давайте по новостям, по конституциям, по новой России. Россиюшка! Интересно, кто-нибудь вообще удивился результатом голосования, которое ЦИК выдвинуло, что 78% проголосовали за, ну а получается оставшиеся 22% против. Кто-нибудь вообще удивлен? Кто-нибудь вообще считает, что это нечестно? Кто-нибудь вообще считает, что были фальсификации? Кто-нибудь вообще считает, что была накрутка голосов за? Есть такие глупые люди? Есть? Есть? Вы что, не патриоты? Вам что, неинтересна жизнь страны? Вам что, неинтересно развитие? Вы что, не любите Владимира Владимировича Путина? Хочется сказать, мы это вырежем. Мы это не вырежем. Ой, еще раз доброго времени суток, дорогой мой зритель. Ой, у меня аж стол пошатнулся. Короче, как блогер, естественно, не мог пройти данную тему, данное событие. Тем более, я же записывал по этому поводу видео и говорил, что нужно идти голосовать, нужно идти голосовать против. Из моих знакомых 9 из 10 голосовали и голосовали против. У знакомых знакомых большая часть голосовала против. Почему, спрашивается, тех, кто проголосовал за, оказалось больше? Вам это ничего не напоминает? Помните, как в одной из наших дружеских республик, которая входит в состав Российской Федерации, когда были выборы президента очередные, процентовка голосований за определенного кандидата, за определенного кандидата составило больше 100%. Ну вот тут то же самое. Не 100, конечно, не 100, там 13, не 125, 78, вообще норм, вообще. Типа конкуренции было. Путин потом выступил, сказал, что я понимаю недовольных, да, мы не всегда справлялись хорошо. Ну, то бишь, никогда, да, вы плохой управленец, вы плохо управляете страной. По-хорошему, какой-нибудь совет директоров крупной компании, такого бы назначенного гендиректора, потому что, грубо говоря, вы назначены гендиректор, он бы его уволил после испытательного срока. Ну ладно, окей, не после испытательного срока. После первых 3-4 лет работы все сказал, до свидания, ищем свежие кадры, ищем свежие кадры. Глупость. Бомбежа не будет. Нет, вы не думайте. Просто такой, знаете, легкий разговор под сигаретку. Немножечко возмущений, вопросов, которые, естественно, не получат ответов. Ну и обращение к тем, кто действительно голосовал за. Ребят, ну поздравляю. Поздравляю, вы ничего не добились нормального, да, то есть вы шли, скорее всего, голосовать за то, что, ой, там, прожиточный минимум будет привязан к ключевым ставкам или вот ко всякой этой юринде, видите, я заговариваюсь, да, ну, потому что это ерунда, действительно. Или еще за каким-то там светлым будущим, то, что брак только для мужчины и женщины, мы такие консерваторы, ух, зашибись, мы за это голосуем. Но понимаете, ведь это все, что было. Это вот 90% конфет и 10% яда, причем яда смертельного. И вы, не углубляясь в состав, вы эти конфеты, этот сахар, съели и такие, о, вкусненько, прикольненько, какое у меня хорошее настроение, сахар, шоколад попали в кровь, серотонины, все это работает, головной мозг начинает думать, вау-вау-вау. И все, потому что тут уже начинает действовать яд, вы тупеете, стагнируете, превращаетесь просто в кусок мяса, просто фу, такими быть. Повелись. Ой. Нет, может быть, действительно, все эти проценты, которые, все эти люди из процентовки 78%, может быть, действительно
это все настоящие люди, их действительно больше, и они довольны, что они живут в нищете, они довольны, что они ходят по разбитым дорогам, то, что они живут в плохом жилье, то, что никакой реновации нормальной у них нету, то, что платят им копейки. То, что никакого образования, медицины нет. Может быть, они довольны, может быть, просто Россия – это страна мазохист. Скорее всего, так оно и есть, да. То есть, это голосование просто поставило точку над вопросом, кто такой россиянин. Ну, портрет такого россиянина, получается, это мазохист, вот, который вот делает специально все так, чтобы ему было плохо. Ну, поздравляю вас с этим. И вы можете не отнекиваться. Не нужно вот отнекиваться, искать аргумент, что ну, там есть хорошие пункты, которые, блин, были в других кодексах, и они так работали. Но ведь у Путина все, в принципе-то, было хорошо, страна не развалилась, типа у нас тут айфоны продаются, ну, классно, да. Я думаю, в Африке где-нибудь, в пустыне тоже будет племя, у которых можно будет найти айфон, потому что туристы проходили, им бросили как-то, ну, типа, нате, вот вам шестерку, у нас уже десятка есть. Ну, камон, ребят. Никакого развития не было. Сколько кризисов у нас было? Ну, это были, конечно, мировые кризисы, но то, что случалось в нашей стране, которая никогда не готова. У нас, блин, в стране кризис, это как для любого муниципала снег зимой. Ой, оказывается, может быть, мы не прогнозировали, мы не знали. Что же делать-то теперь? Будем задыхаться под снегом, будем ловить головой ледышки. Классно, супер, так держать. Какой итог? Какой-то, да нет никакого итога. Продолжаем жить, продолжаем смотреть, что будет происходить, как наша замечательная власть, которая держит нашу страну такой замечательной и хорошей, как она будет нас продвигать, как она учла все ошибки и будет их исправлять. Ну, как всегда, обещание. Вот через полгода все опять, ну, там вот сейчас будут, скорее всего, показательные полгода, что-нибудь будет где-нибудь меняться, там министров поменяют, куда-нибудь деньги все-таки вложат. Но через полгода опять, как бы, положат большой детородный орган на все на это, типа, а, все, вы же доверились. Ну, камон, ребята, ну, камон, ребят, камон, доверились же. И все по-старому, потом новые выборы, опять 178% из 10 возможных, и так до конца времен, пока, я не знаю, что произойдет, пока поколение ТикТока не захватит просто все, и, ну, там уже они там выберут какого-нибудь своего ТикТокера в президенты, но я думаю, мы до этого не доживем. Спасибо за просмотр, те, кто вообще зашел, посмотрел. Надеюсь, у вас будет больше, чем 3 человека. Надеюсь, вы распространите этот ролик, который не несет, в принципе, никакой особо полезной информации. Так, немножечко пищи для ума, пищи для выхода на диалог, хотя бы с самим собой. Можете со мной выйти на диалог в комментариях, пишите, что вы согласны или не согласны. Если у меня будет время, я отвечу. Я открытый человек, я не наша власть, да, то есть я со своими зрителями, которые позволяют мне снимать контент, я с вами общаюсь, пытаюсь общаться. Общаюсь, да. На этом все. Какие-то мысли у меня еще были, но я их в порыве эмоций забыл, к сожалению, видео затягивать я не хочу. Сразу прошу простить, что я такое видео и снимаю. Все сейчас его будут снимать, ну, окей. Буду как серая масса блогеров, которые такие, и чего? И ничего не происходит. Понятно. Все, поздравляю. Новая Россия, новое все. Но даже в этой ситуации, не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дизлайк.